В Доме музея Ленина специально для журналистов и сотрудников музеев показали премьерный спектакль «Семья Ульяновых». Постановка в музее стала первым обращением Ульяновского драмтеатра к биографии вождя пролетариата. Театральный проект получил грант Министерства культуры России и посвящен столетию Октябрьской революции. Пьесу написала Кира Бюрова, заведующая литературно-драматической частью театра, а поставила спектакль Наталья Никонорова, директор театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации. В этом доме нам было непросто. Он сначала был очень холоден, и на наших репетициях случались всякие какие-то такие, как бы, ну, я не буду говорить мистические, но такие вещи, когда мы чувствовали, что нам в музее не так просто. Буквально перед самой сдачей спектакля дом нас принял, когда стали звучать часы, настенные часы, которые не звучали уже многие годы. И вдруг они стали ходить, и даже звучал такой бой этих часов именно тогда, когда нужно. Театр стремился воссоздать домашнюю атмосферу, которая царила в семье, снова вдохнуть жизнь в комнаты музея. В спектакле показан молодой 17-летний Володя Ульянов в кругу семьи. Его играет молодой актер ульяновской труппы Александр Курзин. Роли отца и матери Ильи Николаевича и Марии Александровны исполнили Алексей Вольный и заслуженная артистка России Елена Шубенкина. Здесь приходится разговаривать просто глаза в глаза, когда между актером и зрителем просто нет стены. Нет стены, и зритель становится участником. Не то это спектакль, не то это хэппининг какой-то, да, когда вдруг люди превращаются в соучастников какого-то исторического, ну, может, даже если не события, то, во всяком случае, предпосылок каких-то событий, да. Зрители вместе с семьей Ульяновых пьют чай с пирогами, играют в игры, устраивают домашний театр. Но попасть на спектакль в качестве зрителей могут не более 15 человек. Места бронируются заранее в Доме музея Ленина. Спектакль показывается бесплатно. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.